Мясо, курица, молоко и сыры – все фермерского производства. Чтобы запастись продуктами от местных производителей, на рынок самарцам ехать не обязательно. Заказ можно сделать онлайн. Курьер купит и доставит все необходимое. Все заказы доставляются в термопакетах, собираются и доставляются, то есть, доставляются непосредственно сразу после сборки. То есть они нигде не катаются. Курьер забрал, уехал, отдал клиенту. Доставка и для самих производителей – хорошее подспорье. В период действия режима самоизоляции помогает сохранять уровень продаж. Когда поступает заказ, мы формируем корзину, и они ее отправляют. В результате этого у нас увеличились продажи, и, в принципе, все работает хорошо. С начала года свидетельство о присвоении региональной символики, сделано в Самарской области, получили 16 производителей. Всего эти знаки по поручению главы региона присвоены 2000 товаров. Именно их чаще всего заказывают жители области. Даем, во-первых, для наших жителей и граждан широту получения продукции, да, которую раньше нужно было ехать на рынки, нужно было ехать на ярмарки. Сейчас эта продукция приезжает на дом к людям и приезжает самого высокого качества и очень свежая. Особенно это актуально для людей 65 плюс возраста. Также это актуально, в принципе, для тех, кто находится сейчас на самоизоляции. Привезти продукты могут в любую точку региона. Доставка обойдется в 200 рублей. Передают заказ бесконтактным способом. Первый раз доставкой пользуетесь? Нет, уже несколько раз. Все очень нравится, вовремя. Режим самоизоляции в регионе действует до 11 мая. Жителям рекомендовано без особой необходимости из дома не выходить. Лариса Шлафас, Николай Епифанов. События.